приятного аппетита. А ведь реально вкусно. Фарш обалденный. Прям очень даже. Перчика, по-моему, переборщила. Дай-ка мне свой ножичек. Да, перца много. Слушай, кайф. Вопрос про авторскую. Не знаю, если будет, буду вырезать. Ну, за этот вы, конечно, вряд ли. Слушай, вот для разнообразия, да, можно. Прям смело. Причем вот это я сливками заливала. Сливка и вода, сливки и вода. Супер. Фарш, что курица? Свинина. Как в чебуреках была, это фарш вчерашний остался у меня. Свинина, чеснок, лук, перец, соль. Все. Почему спрашиваешь, сухо? Да. Он не сочетается с этой штукой. А какой, думаешь, сочетаться будет? Я думала, ты сказал, что вкусно тебе. Нет, нормально, вкусно. Но соль фарш. Немножко в шагуре, как мешки. Штуки. Ты какой-то мягче делаешь. Другое, не знаю. Жирнее просто была свинина. Это не жирная. Может, поэтому? Ну, в чебуре, как в смысле, делала. А вообще раньше было. Мясо брала более жирное. Блины теперь не хочу. Блины не хочешь? Нет. Ну не ешь. Серьезно? А я думал, обязательно все за вас надо. Вместе с тарелкой вкусного, да? А ешь. Конечно. Коль, так и съела. Ты меня побойся, я так съела. Тут еще белые грибы, заметил? Конечно. Прованские травы, белые грибы.
соль, перчик. А почему не черный люди? Или темноклассные, знаешь, такие с белыми этими точечками на шкафе. Угу. Приятного аппетита, друзья мои. Кушайте с удовольствием.